В Люберцах продолжается подготовка к очередному отопительному сезону. Этим летом в городском округе запланирован большой объем работ по замене теплотрасс. Одна из локаций, где обновляют трубопровод горячей воды – территория детского туберкулезного санатория в Малаховке. Почему там потребовался ремонт и на каком этапе сейчас работы, выясняла съемочная группа нашего телеканала. Детский туберкулезный санаторий в Малаховке – одно из старейших медучреждений в Подмосковье. Он основан в 1933 году и считается первым подобным объектом в регионе. Сегодня санаторий соответствует всем современным требованиям, критериям и стандартам оснащения. Но солидный возраст все-таки давал о себе знать. Из-за устаревшей теплотрассы здесь периодически возникали проблемы с подачей горячей воды. Система водоснабжения, система теплоснабжения, трубы, вот подача горячей воды. Мы даже не знаем, какого года они есть. Я работаю здесь 16 лет. В общем-то, даже вот в обозримом прошлом ремонтные работы здесь не проводились. Последние 5 лет мы испытывали большие затруднения с постоянным прорывом этих труб. То есть аварийные службы Люберецкой теплосети были нашими постоянными гостями, выезжали сюда, ну, наверное, раз в месяц, это точно. А с начала июля сотрудники Люберецкой теплосети находятся здесь постоянно. Но теперь не для того, чтобы в очередной раз устранить неполадки, а полностью заменить сети теплоснабжения и горячего водоснабжения. По общей протяженности порядка километра, если в однотрубном исполнении, это горячая вода и центральное отопление. Полностью с соблюдением всех технологий, современных материалами работаем. То есть отопление делается трубой в ППУ-изоляции, в лотках с обработкой. То есть труба для горячего водоснабжения используется пластиковый профлекс. Все это позволит длительно и безаварийно обслуживать и подавать тепло и горячую воду в это замечательное учреждение. Ход капитального ремонта проинспектировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, а заодно и ознакомился с работой детского санатория. Специалисты завершат замену теплотрассы и полностью приведут в порядок территорию до начала отопительного сезона. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.